Туркменистаном обнародованы новые данные касательно добычи газа и экспортных поставок голубого топлива. По итогам 7 месяцев 2021 газовая отрасль страны добыла природного и сопутствующего газа в объеме около 48,7 миллиарда кубометров. Это на 9 миллиардов кубометров превышает показатели аналогичного периода года предшественника. С начала нынешнего года экспортные поставки природного газа составили приблизительно 27 миллиардов кубометров, что на 7,3 миллиарда кубометров превысило результат такого же периода предшествующего года, прирост составил 37%. Основным потребителем туркменского голубого топлива является Китай. Туркменистан активно работает в направлении диверсификации экспорта продуктов нефтегазовой отрасли. Во время саммита глав стран Центральноазиатского региона государство заявило о своем стремлении нарастить газопоставки не только в ЦАН, но и на глобальный рынок. По итогам данной встречи подписаны соглашения с Кыргызстаном и Таджикистаном в направлении активизации взаимодействия в сфере поставок газа. Страна также продолжает успешно реализовывать проект газопровода ТАПИ. Старания Туркменистана особенно актуальны с учетом того, что во многих странах мира возрастает спрос на природный газ. Это, в первую очередь, связано с сокращением газодобычи по причине глобальной пандемии, объем добычи до сих пор не вышел на прежний уровень. Свою лепту внесли также зимние холода и летний зной. Последний стал причиной роста потребления газа электроэнергетическими предприятиями. Спрос на газ и его дефицит привели к росту стоимости голубого топлива. В Европе цены на газ и электричество достигли рекордных за два десятилетия показателей. Во время расширенного правительственного заседания, состоявшегося 9 июля, президентом Туркменистана было поручено построить на территории страны больше подземных газохранилищ с целью достижения стабильности поставок газа потребителям.